ребята, всем с добрым утром. 14 января, 9 часов утра, и сегодня Алисина партия, да. Но сразу говорю то, что сегодня не ее день рождения у нее 18-го, а сегодня мы просто решили сделать ей, так сказать, вечеринку с друзьями, чтобы друзья ее поздравили и так далее. И да, как вы видите, я уже переоделась, в принципе, готова, потому что сегодня рано встала. И сейчас мы вместе с вами поедем завтракать. Мама, Олег и Алиса уже меня ждут в кафе, потому что они с утра поехали делать Алисе прическу на день рождения. И да, сейчас поедем с вами кушать. О май гад! О май гад, girl! Алиса, ты готова? Да. Как-то ты не очень с энтузиазмом это говоришь. Итак, время 10:30. 33 минуты. 33 минуты. Алисина пати начинается в 11, чтобы вы понимали. Нам ехать еще до отеля как минимум минут 20. Просто супер. После завтрака мы заехали в дом. Алиса переоделась, я тоже переоделась. И смотрите, кто тут еще приехал. Вероника. Да. Меня уже давно спрашивали: Ника, когда Ника появится в видео? А вот я, привет всем. Мне кажется, это видео выходит после твоего дня рождения, и там Ника же тоже появится. И как-то нелогично. Но я говорила то, что это 14 января, так что I'm sorry. У Алисы сегодня вся вечеринка будет в стиле русалки. И вот она в этом прекрасном платье, с этими косами. Красавица. Алиса, ну хоть как-нибудь улыбнись. Алиса! Мы приехали в отель, и здесь, слава богу, еще пока никого нету, мы первые. Вот такая вот красивая кабана, написано Happy Birthday Алиса, все украшено шариками, и Алиса, ты счастлива? Но плавать пока не придут люди нельзя, Алиса. Надо всех дождаться. Время уже 10:30. За полчаса пришло всего пока 4 человека, а у Алисы будет 15. И это уже пипец. Дети, я просто обожаю детей, дети самые лучшие. Во. Нормально все? У нас тут уже время обеда. Зацените, какой здесь красивый шведский стол. Бургеры маленькие, жареный рис, френч фрайс, спагетти, вкусняшки и вот такие вот десертики. И весь этот шведский стол будет 2 часа. 2 часа жратвы! Как настроение, Алис? Нормально. Вкусно? Угу. Вкусно, Мишель? Угу. Приятного аппетита, девочки. Спасибо. Мы решили всего понемножечку взять. Как я вам сказала, бургеры, френч фрайс, жареный рис, спагетти и напиток. У нас здесь VIP-стол с Никой. Все остальные сидят вон там вот, а мы здесь. Приятного аппетита, наконец-то! Переоделись,
сейчас купаемся, девочки и мальчики вон там вот играют, Ника вон в воде, и я еще болею, кстати, у меня начались месячные, просто супер! Woo! Вероника, how is your mood? How are you? Дня. У нас как раз сейчас будет заканчиваться наш шведский стол. Мы себе здесь набрали свой шведский стол, чтобы когда кто-то захотел поесть или мы, то мы могли бы сюда прийти и покушать. В принципе, кстати, вам мини-тур по Алисиной кабане. Здесь написано Happy Birthday, Алиса. Вот такой вот диван, на котором никто не валяется. Вещи, Алисины подарки, наш шведский стол. Ника, Ника, what can you say about today? Весело, но очень много детей. Сложно смотреть, но все равно весело, потому что мы тут кушаем, плаваем. Вот так. Уже сейчас будет время торта и потом клаун-шоу. Как тебе? Как настроение? Ау! Алло, Алиса, я с тобой разговариваю! Планы поменялись, сначала шоу. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Наконец-то едим торт. Ура! Он, кстати, со вкусом клубники и с кремом. И в стиле, конечно же, русалки. Лепесточек. Самое веселое, самое классное в этом отеле. Foam party! Let's go! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. Зацените, какой красивый закат. Еще на фоне моря с вот этой вот табличкой. Просто не могу, красота. Время уже 6:30. Мы уже как бы должны домой ехать, но мы едим. Алиса купается, а мы едим. Ну что, ребята, время 7:30. Мы наконец-то дома, и Алисе стало плохо, ее стошнило, и сейчас она уже легла спать. Просто не самое лучшее окончание, конечно же, дня рождения, но тем не менее, сегодня прошел очень-очень классно, было очень весело. И, к сожалению, Алисина реакция сейчас я вам не могу заснять, как она себя чувствует, но... Она сказала, что ей все понравилось. Мне тоже все очень понравилось, было очень-очень весело. И да, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Что касается распаковки подарков Алисиных, то мы будем снимать видео на мой второй канал. Подписывайтесь на него. Не знаю, вышло ли видео уже или нет, но тем не менее, подписывайтесь. И да, я вас всех целую. До скорой встречи и всем пока-пока. Спасибо за просмотр.